Приветики, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная продуктовая корзинка. Вот позвонил нам папа и сказал, что очень много набрал вкусняшек. Готовь камеру, будем снимать. Ой, тут у нас тут... Мы, в общем, тут с Лешей уже почти что вышли гулять. Уже почти что оделись, но папа говорит, давай снимем. Покажем, что мы тут прикупили. Целый пакет, говорит, набрал. Лешечка, сейчас минут 10 и пойдем гулять. Ладно? Потерпишь? Потерпишь чуть-чуть? Папа уже поднимается. Да, пакет с мусором подготовили на вынос. Один на вынос, другой на внос. Да? На занос. Кто этот? Птичка. Вот так вот у нас все обои перецеловал. Что где увидит, все целует. Да не целуй, здесь не надо в коридоре целовать. Да. Ладно, ждем папу, в общем. О, как я прям почувствовала, что это ты. Ого, ты что там сегодня, ограбил магазин? Папа точно грабанул. Ну ладно, мы тут с Лешей уже почти оделись таки гулять. Уже ему шапку одела, а тут папин звонок. Мы-то... Папу никто не ждал, получается. Папа неожиданно появился. Ну, мы просто не думали, что снимать будем. А ты тут набрал. Ты на 10, да, сегодня? Нет. Нет? Не на 10. В Турцию бы, наверное, 1000 отдали, да? За эти два пакета. Сомневаюсь. Ты уж там сильно так вот не преувеличиваешь. Ну, ладно, две максимум там уж. Ну, что, будем... Так, не надо отрывать. Распаковывать. Лёшка отрывает. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы-то вчера с ним не гуляли. Ну. Сейчас будем за два дня с ним гулять. Ой, не потащили. Потащили. Давай, Лешка, помогай мне. Добытчик пришел. Даши сегодня нет, будем. Паша что-то сидит там, мухоморится. Помощник. Свет для этого дела включу. Фу, жарко. Да. Мы тебе омлетик оставили. Ой, пасирки, пасирки. Так, Леша, давай, что ты хотел? Кваса начать? Ну, квас. Квас. Это наш любимый стандартный квас. Арсеньевский, самый вкусный квас. Кого продается, берите, и вам понравится. Смотрите, я вот что-то куда-то чипи закинул, и не могу их найти. Лешечка, давай мандаринки клади. В общем, квас стоит 81 рубль. Это я вам точно пасту? Говорю. А зачем ты взял? Кого? Есть же паста. Квас стоит 81, какая паста? Не открывай. Так, это мы квасочку взяли. Всякую разную. Я так побаловался. Угу. Лапша корейская, наверное? А, да, да. Made in Korea. Вот. Корейская, да, так и есть. Что, лапша почем? 119 рублей. Ну, дорого. Ты же сказала взять с нормальным составом, а с нормальным составом более-менее это вот самая такая подешевле. Что там Леша забрал? Все дороже. Так, это вот опять мой гриб берем. Паша, посмотри, что там Леша забрал. 89 сок он забери забрал. У него, а то он это. 89 рублей, как обычно. Потом я взял вот два таких сока. Ты вчера попросила? Говорит, почему, говорит, соки не покупаешь? И вот. А, не покупаю, вот, купил 179. Вот это без акции взял. Без акции, а да. Зачем а вот этот с акцией 169. Так он стоит 199. Вот этот 199. Короче, 170, 160. Да он за соком пришел. Его надо помыть, не надо пока. Ну, сейчас, Леша, потерпи чуть-чуть. Нет, он будет этот сок, давай. Ой, нет, он не отдаст все, он сейчас будет истинный. Давай маме, давай. Мама, помоет и даст тебе? Я его помою сейчас. Мы упаковки мобер, чем, что он ее облизывает. Так, вот, детям взял, ну, так, разовые соки, два апельсиновых и два киви сока. Стоит у нас это удовольствие... 20? 100, какие 20? 40. 47 рублей стоит. 47. Ну, а раньше я ждал акции, но что-то акции не планируется, походу, уже не скоро будет. Мандарины. Мандарины. Это мы любим. Общая цена 339, а вообще 129 рублей за килограмм у нас вот эти мандарины. Вот такие цены. Так, взял яблок. Набрал яблок. У нас яблоки позаканчивались, а яблоки мы очень любим. Смотрите, Фуджи, Крым.
Крымские яблоки 119 рублей килограмм, за пакет 252 рубля. Это в пакете у нас получается 2 100. Угу. 2 100, такой большой пакет. Это как ранетки, знаете, такие маленькие. Вот. Угу. Вроде мягкие, кстати. Так, вот взял еще яблок. Это у нас получается прикубанский, Краснодар. 129 рублей за килограмм, 2 килограмма. И вышло 264 рубля у нас. Это, кстати, вообще минимальные цены, вам хочу сказать. Так, морковка. Морковка у нас наша отечественная. Хабаровская. Написано Россия, а там нет. Ценник такой весь замыленный, там перемыленный. Вот здесь-то что? Вон грязь, тут грязь. А, ну сейчас я найду. В смысле, вот здесь-то нету цены-то. Почему? Вот цена. Вот 140. Здесь вес. Килограмм. А, ну да. Кстати. Какой здесь никогда цену-то не пишут. Вообще обычно пишут. Здесь не пишут никогда. Чек куда-то завалился. Ладно. Ладно, давай. Вот, нашел. На, ищи тут морковку. А я начну пока дальше распаковывать. А, сейчас найду вам. Так. Морковь, 48 рублей ты за весь пакет отдал, что ли? Нет, это килограмм. А, килограмм 64 рубля. Ты 2 пакета здесь положил, да, просто? Тут, там 3 пакета. А, 3 даже, да. 55, 43, 74. Ну, короче говоря. Ясно. Почти вот. 200 рублей. Сыр белорусский. Вот. Голландский белорусский, 45%. Сыр стоит 242 рубля. Сосиски за 400 грамм. Получается, вот они сосиски мусульманские, как Настя заморозила. Мусульманские, килограмм 235 рублей, за пакет 800 грамм 211. Так, чек, не убирала далеко, потому что так, я взял морскую соль, у нас уже заканчивается. А зачем ты такую позорную взял? Почему позорную? А другой нету? А какую? А я надо? Тебе говорила. А какую? Нету такой. А нету? У нас вообще такая не продается. А что, только такая? Только такая. А другой нету? А другой нету. А йодированный другой нету? А йодированный другой нету. Все? Ну, значит, плохо. Что? Какая соль? Она и в Африке соль. Здесь вот этот агент этот мне не нравится. Вот, стоит 94 рубля вот эта упаковка. Короче, ладно. И взял тебе, ты попросил для замачивания. Вот простую соль. Соль для замачивания. Без добавок. Она не йодированная, обычная? Она простая соль. Молотая. Стоит 64 рубля. Это я беру для, короче говоря, хочу мясо сейчас попробовать. Здесь у нас килограмм получается. Замачиваю мясо, чтобы выводилось все излишнее. Килограмм же, если я не ошибаюсь. Вроде килограмм, если не больше. Все, кстати, антибиотики, да. Все ненужные вещества, которые содержатся в мясе. Да, Настя решила опять заняться своим вот этим делом. Ладно. Потереби долго этот пакет будешь? Неважно. Потереблю и все. Так, тесто. Тесто дрожжевое, слоеное, 2 упаковки. Взял чек и не смотришь. Что туда взял? Я показываю. А что туда чек схватил? Я показываю, что я купил. Тесто слоеное, вот смотрите, 49 рублей стоит одна упаковка, за 2,99. Да. Что ты опять схватываешь? Хочу посмотреть. Что тебе надо? Кильку, да? Взял по акции. Кильку взял, я ее не ем, ты ее ешь. Да. Получается, она стоит за 2,99 рублей. Килька. Так, балтийская. У нас тут намечается плов. Плов длиннозерный. Ой, плов. Рис длиннозерный. Сколько стоит? Рис. Ну, он такой сравнительно недорогой, потому что у нас в магазине есть сейчас намного дороже рис. Это, можно сказать, практически самый дешевый. 89 рублей. Практически самый дешевый рис, который у нас сейчас в магазине есть. Остальные все просто за... Ну, приправа для плова. Ну, приправа для плова 14 рублей. Ну и все, собственно, а там нас угостили. Это ягоды замороженные. А там нас угостили, а мы тоже показываем. Там... Наши знакомые хорошие угощают. Это вишня. Вишня замороженная. Там, по-моему, все замороженное. Ух ты. Это я не знаю, что. А это от чего, прям Узбекистан? Надо разбираться. Это, походу, брусника. Похоже. Вот еще. Это, походу, клюква. Вот еще. Это шиповник. Шиповник, ага. Это у нас облепиха. Облепиха замороженная. Ого! Это у нас что там, клюква, брусника, не знаю. Это похоже. Понюхала пакет, что ли? Я не знаю, что это. Пакет хотела вынюхать. Это какая-то на чернику похожа. Вот тоже. Это может быть смородина. Это у нас что, клубника замороженная. О-о-о!
Вот, а что у нас тут сегодня? Урожай? Да. Урожайная добычка. Это нас просто угостили. Да, это нам наши... на халяву, бонусом. Ну что, дорогие наши друзья. А, подожди, общий чек. Общий чек. Общий, да. Да. А, тут получается два чека у меня, потому что я сосиски бегал, пробивал. Первый чек, самый основной, вышло 2994 рубля. И плюс еще сосиски 211 рублей. Итого выходит у нас 3200. Ну там с копеечкой. 3200. Да. Ну все. 3200 целый огромный стол по факту. Еще ягода. Так, Леша, ты глаз оттащил. А если бы мы еще эту ягоду брали, она была, она дорогая ягода. У нас ягода в магазинах так. Сюда. Ладно, ну что, дорогие наши друзья, пишите, что... Какие у вас цены, нам интересно. Может быть, у вас дешевле, а может быть, у вас... Ты куда потолок? Потолок нам надо снимать. Может быть, у вас дороже, может быть, он у вас дешевле. Нам очень будет интересно. Пишите, не надо вот этой камерой вот так вот дергать. Я думаю, что не дороже. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.